І до нашого ефіру вже готовий приєднатися наш наступний гість на прямому зв'язку зі студією. Політолог, соціолог з Німеччини Ігор Ейдман. Пане Ігоре, добрий вечір. Вітаю вас. Добрий вечір. Ну що ж, поїхав з Росії Анатолій Чубайс. Невідомо, де перебуває міністр оборони Росії Шойгу. Наскільки взагалі враження так в оточенні Путіна має місце? Як ви оцінюєте ось ці події? Ну, конечно, то, что происходит в окружении Путина, мы не знаем. Я думаю, не знает, в общем, никто, кроме самого Путина и его ближайшего окружения. Как в свое время описывали политику Советского Союза еще, да, кремлевскую, это битва бульдогов под ковром. То есть там какие-то идут схватки, какие-то разборки, но все это не выходит наружу, что это остается как бы внутри. Кремль герметичен, он не выпускает информацию. Ну, а чому Анатолій Чубайс все ж таки виїхав з Росії? Спецпредставник президента Російської Федерації, високопосадовець. Здесь у мене є своя версія цього. Дело в том, что Чубайс, как все знают, да, в России это некая особая точка. Особая точка и особое отношение общественного мнения к нему. То есть его практически ненавидит вся страна, или, по крайней мере, большая его часть. Раньше Путин прикрывал Чубайса, и Чубайс был как бы еще с питерских времен, с ним как бы связан, и был, что называется, в авторитете у Путина и его администрации. Но сейчас приходят тяжелые времена для российских властей, и что называется, уже не до старых привязанностей тому же Путину. Нужен козел отпущения, нужно как-то отвлечь население страны от тех сложностей, тех проблем, с которыми она сталкивается в результате вот этой преступной войны и санкций. И здесь Чубайс мог быть идеальным вот таким козлом отпущения, на котором можно было перевести внимание, перевести стрелки с проблем человеческих. И более того, повод был такой, совершенно, что называется, законный для этого. Дело в том, что Чубайс же фактически привел к банкротству государственную корпорацию «Роснано», где пропали фактически миллиарды бюджетных рублей, и вся эта история была несколько заморожена, Путин его пока прикрывал, но я думаю, что в этот момент он был его готов сдать. Чубайс, видимо, узнал об этом заранее от своих тоже друзей в Кремле или в спецслужбах и, что называется, вовремя соскочил с этого грузовика, который вез его как жертвенного барашка, да, или как какого-то, значит, козла отпущения на бойне. Он просто, видимо, в темпе, судя по вот тем фотографиям, которые были из Стамбула, где он снимает какие-то деньги в каком-то обычном банкомате, видимо, в темпе просто решил убраться, пока не поздно, из России. Ну добре, ну Чубайс, Гайдар, це все ж таки такі постаті відлиги, так, середини 90-х років, коли Росія в той короткий проміжок за Єльцина була ще так демократичною країною. Все ж таки, ось від'їзд Чубайса, все ж ці всі процеси, які відбувалися вже за останні 20 років, призвели до того, що в суспільстві вже 74% підтримують дії Володимира Путіна. Як ви ось оцінити ось цю статистику? 74% людей в Росії підтримують президента свого. Знаете, я осторожно бы очень относился ко всем социологическим данным. Да. Я сам занимался в России социологией, в том числе и массовыми опросами. Могу сказать, что в нашей ситуации, в теперешней ситуации, вообще все эти данные, они нерелевантны. Почему? Потому что население страны запугано. Ну как вы считаете, если с утра до вечера им по телеку, значит, капают на мозги о том, что какие-то национал-предатели кругом, с которыми надо бороться, которые не поддерживают нашего великого Путина и войну, значит, вернее, не войну, как они говорят, спецоперация. Потом звонят социологи и говорят, а поддерживаете ли вы спецоперации в Украине? А поддерживаете ли вы Путина? Естественно, что большая часть просто бросает трубки. Кстати, это было совершенно подтверждено. Недавно тут есть такой политтехнолог в Москве, Максим Кац.
он проводил, по его заказу проводился опрос. А потом он сообщил, что подавляющее большинство людей, по-моему, 97%, просто отказываются отвечать на вопрос. Я думаю, что из них большинство просто боится. Потому что эти данные нерелевантны, и поддержка гораздо ниже реальной Путина и вот этой преступной войны, чем это демонстрируют придворные социологи типа ВЦИОМа. Ну, если была до вас в нашем эфире, мы спілкувалися с Тетяною Лазаревою, так, російською акторкою. Mm-hmm. Вона каже, що люди бояться просто в Росії висловлювати свою думку, і вони будуть боятися. То наскільки взагалі соціальний вибух реальний зараз? Ось ми бачимо, що там і порожні полиці в магазинах. Люди готові до того, що все ж таки вийти і висловлювати свою позицію, чи ні, пане Ігоре? Я думаю, что люди, общество давно запугано. Причем запугано не в последний месяц, а в последние многие годы. Оно запугано, люди просто элементарно боятся. Сейчас никак, массового протеста невозможно. Именно из-за того, как бы ситуация не ухудшалась. Да? То есть для того, чтобы люди вышли на улицы, они должны почувствовать, что власть пошатнулась, она ослабела. И что есть шанс ее свернуть. Пока такого ощущения нет. Вот такое ощущение может прийти, когда российская армия с позором бежит из Украины. Вот тогда, я думаю, возможности у людей выходить на улицы и протестовать будут гораздо больше, потому что, во-первых, люди убедятся в том, что эта преступная авантюра провалилась, а во-вторых, они просто будут меньше бояться, они решат, что Акела в лице Путина промахнулась, и теперь уже не так страшно, можно протестовать. Ну, ви кажете, що вони поки що не бачать, що влада похитнулася в Росії, ну ось відсутність Шойгу, так, він же не з'являється на екранах, там, на публіці, так, з 12 березня, а куди він зник, міністр оборони Сергій Шойгу, як ви вважаєте? Дело в том, что про Шойгу говорят всякое. Есть разные версии, в том числе, что у него там сердечный приступ, кто-то пишет, что он с Путиным поругался, что Путин крайне недоволен провальной его, значит, работой по вот этому организации этого вторжения в Украину. Но вот мои друзья, знакомые журналисты, которые сталкивались с Шойгу в разные времена во всяких пулах журналистки, которые освещали его деятельность там МЧС еще сначала, так, потом на первом этапе Министерства обороны, говорят, что его привычки обычные, да, они свидетельствуют скорее о том, что он просто ушел в запой, что просто это нагрузка психологическая и такая эмоциональная, которая у него была, когда он возглавил вот эту, значит, преступную операцию, она оказалась для него слишком сложной, и он по привычке своей сложной ситуации решил запить. Так что есть такая версия, она, мне кажется, вполне правдоподобна. Угу. Ну, а наскільки взагалі реально зараз розглядати версію фізичного усунення Володимира Путіна, як ви вважаєте? Я не вижу, в общем, среди тех людей, которые могли бы это сделать, реальных людей, у которых был бы дух, да, что называется, воля для такого. Как в свое время Мандельштам писал о окружении Сталина, а вокруг него сброд танкошеих вождей, он играет услугами полулюдей. Вот Путин тоже играет услугами полулюдей, и этих полулюдей мы видели на Совете Безопасности, как они жалко, трусливо себя вели. И поэтому я не вижу в его окружении людей, которые бы смогли, которых бы хватило воли, даже понимая, что он катится, что он тащит их всех вместе с собой в пропасть, даже в этой ситуации у них не хватит ни воли, ни смелости его устранить. Пока, как я уже сказал, они не решат, так, что Акела промахнулась. Ігоре, ну ось, скажімо, ось олігархи російські, так, вони спілкуються один з одним, так, вони теж, можливо, виявляють у спілкуванні своє невдоволення ось політикою Володимира Путіна. Можливо, теж вони обговорюють такі варіанти кардинальні. Як ви вважаєте? Да, конечно, олигархи, с одной стороны, это правильно, потому что олигархи пострадали больше всего от санкций и от всей этой ситуации. Потому что как бы вот эти силовики, да, они тоже все миллионеры, да, но они миллиардеры даже, но они хранят свои деньги, как мы это знаем, по обыскам, которые периодически у них проводятся, когда их конкурент съедает. Они хранят свои деньги там в мешках, в чемоданах и вообще как бы живут, значит, в домах, особняках в России, их с Западом связаны мало. А вот олигархи, они связаны, интегрированы полностью в Запад, и поэтому они больше всего, что называется, страдают и теряют больше всего. С одной стороны. Но с другой стороны, у них нет никаких
рычагов и механизмов не влияния на Путина, потому что он давно их с ними уже не считается, даже с такими близкими, как Абрамович в свое время к нему был, ни каких-то возможностей его какого-то физического устранения или организации переворота. То есть они не могут, не знаю, скинуться по миллиарду и нанять какого-то супермена или какого-то суперрэмпа, чтобы он там штурмовал Кремль. Это в фильме, конечно, возможно, но в реальной жизни это просто не бывает такого, к сожалению. Роман Абрамович, на ваш погляд, він не такий зараз близький до Путіна, цей олігарх? Абрамович был очень близок к Путину на рубеже тысячелетия. Вот когда Путин приходил к власти и в первые годы его правления, они были, ну, насколько я знаю, это не секрет, это были фактически неприятельские были отношения. И, кстати, Абрамович много сделал, чтобы Путину обеспечить приход к власти, тоже. Но сейчас дело в том, что Путин уже давно оторвался от этого всего мира, что называется. Он же видит себя, значит, не Володей Путиным, который общался с Ромой Абрамовичем и даже дружил, а каким-то там Петром Великим, да, или Екатериной Второй, на худой конец. И какой-то жалкий банкиришка для него теперь уже, я думаю, совершенно не авторитет. Он его теперь уже воспринимает, как какой-нибудь Иван Грозный воспринимал какого-нибудь ростовщика, который ему судил там несколько монет в свое время. Ну, то есть никак абсолютно. Поэтому я думаю, что он тоже никакого влияния на него не имеет. Я имею в виду Абрамович. Ну, оскільки була просто інформація, і Пісков, прес-секретар Путіна, підтвердив цю інформацію, що на початку там перемовин так фігурував Абрамович на україно-російських перемовин щодо припинення бойових дій. Да, я думаю, что я слышал про это, что Абрамович предложил свои услуги, пытался как-то посредничать. Ну, конечно, он мотивирован, чтобы это все, весь этот ужас прекратился, потому что понятно, что он страдает от санкций, его в Великобритании отобрали, ну не все, но почти все, что надо, что-то непосильным трудом было, в кавычках, да. И естественно, что он мотивирован. И мотивирован еще представить себя западным элитом, американским элитом в качестве такого миротворства. Но реальных причинных рычагов, реальных механизмов помочь миру, я думаю, у него нет или очень мало. Ну, про Абрамовича зрозуміло, що у нього грошей вистачить на безбідне життя. А ось рядові росіяни, які підтримують ось дії свого президента Володимира Путіна, ми бачимо просто кадри, що там б'ються за цукор в магазинах. Там, скільки їм часу треба, ну, взагалі, щоб вони на своїх гаманцях, на своїх холодильниках відчули ось тиск санкцій Заходу? Рядові росіяни. Вообще... Да, вот это вообще санкционное давление, оно очень сильное, но и последствия для экономики российской мощные, но пока большинство населения это почувствовало не сильно. Есть несколько точек болезненных. Это прежде всего даже не сахар этот, потому что это как бы он, ну, это частность, в общем-то, и в некоторых местах он есть до сих пор. Да. То есть можно его купить. Даже. А лекарства, по лекарствам сильный удар был. Значит, импортные лекарства стало невозможно купить, и в очередях, в аптеках сразу образовались очереди. И цены, естественно, тоже подскочили. Но основной эффект этих санкций будет не сейчас, а будет через несколько месяцев. Через несколько месяцев, и чем дальше, тем хуже. Вообще, как бы санкции ударили, например, очень сильно по логистике. Причем даже не сами санкции, собственно, а прежде всего отказ крупнейших контейнерных компаний мировых от перевозки товаров для России через Россию. То есть фактически весь импорт идет через вот эти контейнерные перевозки, ну или большая его часть. И импорт потребительских товаров, импорт комплектующих. Когда они вот остановятся, когда закончатся запасы, начнется товарный дефицит в России, очевидный совершенно. И ну, таких долгосрочных бомб замедленного действия под экономику российскую подложено немало. И они начнут вот как бы взрываться вот в ближайшие месяцы. Я думаю, что этот процесс будет идти. А ось про панічні настрої, ось, скажімо, чи свідчать черги до обмінників валют? Скажімо, ми бачили там в Москві, там на Цвітному бульварі, так, там величезна черга була, там до, ну, я бачив картинку, відеокартинку. Люди взагалі, ось, ну, чи є панічні настрої серед рядових москвичів, скажімо так? Ну,
пока бы панический настрой в какой-то момент появился, потом несколько спал. Вообще, если даже опять возвернуться к теме общественного мнения, так, то видно, что россияне в большинстве своем еще на что-то надеются. Они надеются, что вот эти проблемы, трудности, это временно носит характер, и они будут преодолены. Они не понимают, как, понятно, что механизм преодоления не просматривается, но они еще пока многие настроены на это, на преодоление. Когда они убедятся, что, я думаю, к осени, если они убедятся, что, значит, наступило и накрыло их надолго и очень капитально, начнется изменение в общественных настроениях. Может быть, и раньше. Но к осени, я думаю, с очевидностью, если ничего кардинального не произойдет. Вот. И, собственно, я думаю, что, да, как я уже говорил, поддержка режима и без того не абсолютная, несмотря на все эти парадные опросы, будет падать. Я вам дякую за участь у нашій програмі. Я нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Ігор Ейдман, політолог, соціолог з Німеччини. Ну, сам він з Росії. Ми з ним поговорили про настрої росіян, про ситуацію навколо кремлівської верхівки, там ситуацію з міністром оборони Сергієм Шойгу. Як ви почули, друзі, що досить цікаву версію пан Ігор Ейдман висловив, що Шойгу просто пішов в запій. З 12 березня він не з'являється на екранах телевізійних. Ну, побачимо. Поки що ми віримо в силу наших Збройних сил. Слава Україні, слава нашим Збройним силам. І ми продовжуємо наш інформаційний марафон.